Zombie Apocalypse. Посреди поля боя. Удивительно, ведь предполагалось, что город будет пуст. Именно. Пора отсюда сваливать. Вызывать вертушку. От нас до фронта бури 8 миль по пустыне. Вертолет снимет нас через 10 шагов. Мы должны найти Гулда. Ты уверен, что хочешь связаться с ЦРУ? У нас нет выбора. Ты видел, что стало с 33-м? Капитан прав. Проклятые спятили. Надо их остановить. Я знаю. Но ему не верю. Гулд рисковал собой и спас нас. Я ему верю. А что насчет Конрада? Теперь дело не только в Конраде. Мы должны сделать все, что можем. Как прикажешь. Всем привет, мы на канале Темный Рыцарь, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру спецопс вызывание. Мне пошли 7-я часть игры под названием «Битва». Я во всем желаю приятнейшего просмотра. Давайте подписаться на канал, ставьте крутые лайки, так вы поможете продвижению моего канала. И друзья, все имеются все полезные ссылочки в описании на группу моего ВК, на мою группу Discord, на мои другие прохождения и на канал моих друзей. Во. Все. Ой, как же тут красиво, Луга, ну, верни связь. Капец, да, опасно. Ого, ни хрена себе. Ого, ни хрена, ой, охренеть. Ебать, кововатя. Гулду не поздоровится. Что-то не так, Адамс? Так. Слушай, проклятых нужно остановить. Меня... Но революция Гулда только все портит. Так, нет? Возьмем. Эй, он спас нам жизнь. Во. И другого все. Выбора у нас нет. С4, кратный прицел. Так, 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 так. Угу. Вот чукак. Эй, сюда. Похоже, я нашел выход. Понял, понял. Сейчас будет сделано. Ну-ка, отойдите. Да здравствует песок. Ваня-ка, пойдем дальше. Я вам всем, друзья, рекомендую эту игрушку поиграть, она реально интересная, но местами жестокая. Столько людей погибает, очень много. Так, лимузин, вертолет, ламба, нет. Вот он Гулд. Есть след Гулда? Да. Проклятые загнали его в угол. Охренеть. Ого. Себе. Пипец, пипец. Там дым, ни хрена не видно. Идем, возможно, он ранен. Да, если он еще жив. Диджей. Наконец-то волна туризма снова захлестнула Дубай, когда его выбрало в качестве места отдыха только американцам. Ламба, классная тачива. Итак, друзья, я, возможно, в ближайшее время, в скором времени начну проходить Most Wanted Carbon. Все на канале, а. Давно хотел эту игрушку поиграть. Это уже нормальное время не прошло, просто как я прошел первую часть, а. Ебать, столько людей погибает просто зря. Как в метро. Надо вот. Же, революция грядет. Херня это вот что. Дубай умирает, а все приближают неизбежное. Хотя бы воронам не голодать. Да, вороны точно не будут голодать. Он даже уже бабахнул себе в голову зомби ствол. Ну ладно. Так, 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 думаю, правильно идем. Дубай, что Дубай. За черт? Ого. Ни хрена себе! Думаешь, работа ЦРУ? Сколько их? Не может быть, он давно тут гниет. Посмотрите, друзья, тут просто везде развешаны, так сказать, трупы
33-го, ну, батальона. Бог ты мой. Охренеть. Кто на фонарях понавешали их. Я подумаю об этом завтра. Какие-то, блин, геракуи. Солдаты, на 12. Ага. Нас заметили? Пока нет. Что с тобой сделали? Так. Все так плохо. Ждем. Да уж, хорошего мало. Ты завести ее сможешь? Как-то не хочется толкать ее до самого гаража. Я просто механик, а не чудотворец. Твою мать. Впрочем, вот что я сделаю. Найди резак, я ее освежую. Оно того стоит? О да, тут брони на 4, а то и 5 хаммеров. Нам ее как раз не хватает. Да, это точно. В Дубае теперь каждый мародер. Не слышал? Черт. Внимание, контакт! Нас увидели. Черт! Огонь! Больше не в кого! Так, есть, ага. Готов. Так, ё-моё. Есть. Они не отступают! Да что ты, Уго, боишься? Ты боец, Уго, или трус, а? Орёт так, как резаный, честное слово. Внимание, движение! Не вышел! Да. Ага, главное, чтобы вы... Главное, чтобы я не геройствовал и не выполнял бессмысленно. Тут жестко давали, это очень даже жестко. И, друзья, я покажу игрушку на уровне ветеран. Хочу просто, ну, учиться, как говорится, друзья, ну, на сложном уровне, как говорится, привыкнуть играть, во. Поэтому я и играю, чтобы придрочиться, как сказать, к этому уровню. Так, давай, гаси, молодец, красавчик. Так, жалко, ламбо. Молодец. Ага. Так, эмочку берем. А, блин, куда я стреляю, а? Ёлы-палы. Есть. Их много! Следить за флангом! Так, кратность. Черт, в автобусе пулемет! Да блин, зараза. Охренеть. Да чувака этого. Так, 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 его. Есть. Его просто хреново было видно. Ага, у вас потери. Беги, 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 Димон. Так. Пулеметчик. Граната! На тебе. Подарочек. Враг убит! Ага. А, блин, так не увидишь. По автобусу! Это шумарево! Где упало? Есть. Так, сверху. Да ёвый, Павел, погиб-то так по-дебильному, а. Зараза. Так все классно было, друзья, и погиб так по-дебильному. Ну, ёвый, Павел. Димон, Димон, а. Что ж ты такое? Бог ты мой. Да, кто, ну, бог ты мохали уже мы. Лучше я подумаю об этом завтра. Ладно, поехали. Внимание, дальше. Солдаты, на 12. Дубай 20 на 2. Пока нет. Что с тобой так сделали? Все так плохо. Да уж, хорошего мало. Ты завести её сможешь. Один хрен все равно. Не хочется толкать ее до самого. Смысл все равно. Они нас так и так. Им что, пострелять больше не в кого? Резонятка, прикрой! Все, он так и так нас спалили уже. Выходят из укрытия, прижали, уничтожь их! А, блин, зараза, вы будете гасить или что? Они лезут через барьер! Внимание, боец с трубовиком! Есть, ага. Есть, вой, бешник. Так, 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 есть! А, дюна, дюна. Так. Есть. Подожди, тут никого нет. Ты сейчас я знаю, а. Внимание! Так вот. Бонехля. Попал, попал. Их много! Следить за флангом! Это твое рождение, граната. Так, Попал! Так, нужно эмочку взять, а. МП-4, так, вот и так.
А то никого еще мало потрал. Нужно снять пулеметчика! Ага, нужно, нужно. Только сначала нужно... Вот так вот. Это все убьет меня опять же. Ага, я уже увидел. Так, не... Вот, молодец, гасите, гасите. Это очень жесткие они, а. Так. Да ни хрена себе. Не убит еще, а вот теперь убит. Это, ребята, вы, конечно, молодцы, но... Все же еще глухие. Так. Блин. Так, идем. Ага. Так, чтоб тебя. Фух, блин. Ублюдки, а. Уже иду. Так. Ага. Липучка пошла. Во. Есть липучка. Песочком накрыла. Да, чисто. Они вернутся. Эй, уродец, пусть 33-й отходит. Так проблему не решить. Извините, капитан Уокер, но я вам не подчиняюсь. Ага, вспомнил меня? Разумеется. И не только я. Так. Ты просто на всех столбах висят их. Трупы, охренеть, да? Ебать, это ж какую надо быть силой обладать, чтобы подвесить, а? Или, не знаю, кран или что нужно, чтобы столько людей подвесить, это капец. Сейчас даже не знаю, кто из них первым дерьмо это начал, а? Господи, Гулд бросил мародеров против опытных солдат. Он знал, на что шел. Может, оно того стоило. Так я не думаю. Ебать, сколько людей, просто зря пустил на мясо, а? А, чтобы он не мучился, я убью его, а? Зачем мучиться? Мне и так погибнут, их спасти нельзя. Так что лучше я их сразу пристрелю. Стой. Покажу им честь. Шутишь, да? Мы по колено, ну, конечно, чувствую. Нет, не этот. Все, походу, будет весело. Ого, что это? Ни хрена себе, как ярко. Охренеть. Ебать, биофосфор. Явно чувствую какое-то жесткое дерьмо. Не знаю, что такое белый фосфор, друзья, но это явно очень жопочная хрень. Раз капец, аж люди заживо сгорают. Мать их поворачи. Да, еще так увиди бы их, а. Так, нужно гранаты переделать. Граната! Во! Отлично! Есть! Это был последний. Классная гранатка. Дом какой-то. Бой кончился. Это послание всем выжившим. Не трогайте нас. Каким выжившим? Ты не знаю, каким выжившим. Тут просто много людей погибло без толку. А. По тупому. Охренеть. Так, ладненько, идем дальше. Столько... В общем, капец, друзья, капец. Но игрушка, правда, интересная. Так, берем. Погнали, ну что, идем? Так, снайперская только это, конечно, хорошо. Так, ну по факту у меня, в принципе, прицел тоже хороший, поэтому будем так идти. Так. Тут. Ого! Резко загорелось, охренеть, да? Вовремя я ушел. Туда уже не пойдешь. Ну, пока не потухнет, конечно. Агент Гулд, вы представляете этих людей. Пришло время это доказать. Нет! У меня ничего! На первый взгляд могло показаться, что вы идиот или самоубийца. Иначе зачем атаковать ворота в лоб? Но мне кажется, что вы просто отвлекали внимание. Прикрывали товарища, агента Рикса. Где же он сейчас? Понятно. Дальше. Тише. Не наломай бы дров.
Ну что, Гулд у них, можно снять охрану. Если откроем огонь, гражданским не жить. Или тебе пофиг? Начали! Нет, 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 нет! К черту! Открываю огонь! Ждать приказа, сержант. Блюдо. Ты займись остальными. Да, сэр. Все еще молчите, агент. Может, если поймете, в какой ад затащили людей. Давайте. Уокер, сюда. Нужно спасти гражданских. Это наш шанс, Уокер. У нас будет проход прямо к Гулду. А как же гражданские? Их надо спасти. Понимаю, как это звучит, но Гулд важен для операции, а гражданские нет. Наша задача — спасать людей. Я согласен, капитан, но где их? Нам нужен Гулд. Да я понял. Выстрелить. Нельзя дать им умереть, Уокер. Это наша работа. Я гражданских не вижу, поэтому выбора нет. Придется делать именно так, а? Как мы делаем. Там не было друзей, видно, гражданских, поэтому выбора не было. Да ёлы-палы! Снайпер, ни хера себе валит, а! Охренеть! Так, ёптвою мать! Бросьте меня! Идите к воротам! Мы оказались под плотным огнём! Куда же лучше сюда сходить, а? А нам прямо сейчас лучше будет, а? Внимание, движение! Да ёлы палы, а? Боец с штурмовиком! Внимание, штурмовик рядом! Штурмовик? Ага, вижу, вижу. Блин, в голову попасть бы ему, а. Липучка пошла! Готов, сукин сын! Фух, блин, так минус один дебил. Да. Да чтоб тебя, Дима, Дима! Во! То мажу, мажу, просто спешу, друзья. Понимаете ли? У нас движение! Ага. Один. Боец с штурмовиком! Где, где, где? Меняю магазин! Есть. Так, минус один дебил. Беги, 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 Димон! Враг убит! Есть. Есть. Ублюдок. Вроде бы всех убили. Да, всех. Это был последний. Адамс, Уокер, сюда! Живо! Что такое? Он перестал дышать. Песок. Даже не смей умирать. Ты еще за многое должен ответить. Давай. Бесполезно. Он мертв. Черт! Что это за хрень? Карта. Кажется, это план Гулда. Это те самые ворота. И что? Гулд думал, что за это стоит умереть. Так что это важное, и что?
Уокер, здесь мы как на ладони. Точно, уходим. Получается, все было не зря, это хорошо, что было не зря. Да столько гражданских погибло. Теперь вот нужны боезапасы. Думаю, что же себе подобрать? Дробовик. Или тут просто патрон. О, прибавилось. Тига неплохое оружие. Так, перемахнуть. Так. Угу, тут ничего такого нет. Тут штурмовик, он очень жесткий тип. Снайпер, штурмовик. Блин, они просто валят, нехрен делать. Их нельзя было спасти никак. Я не видел, просто, ну, так сказать, не было обзора, чтобы спасти их, а. Ну, да, чтобы убить того и спасти их не было. Вот дерьмо. А ты думал, с ними что случится? Хватит. Идем. Вот, согласен. Мягко сказано, дерьмо. Это капец, какое дерьмо. Так, тут ничего такого полезного нет. Да, тренажеры, которые уже давно никто не пользуется. Так, ладненько. Да, гражданских спасти не получилось, потому что они попали с точки зрения обзора. Я не видел того дебила, кто их повел. Да, конечно, я бы их убил, а. Но, увы. Давай, молодец. Что за херня? Ты о чем? Там погибли люди. Наши солдаты и местные, и Гулд. Единственный шанс выбраться отсюда. Остынь, Луга. Что мы могли сделать? Чего остынь, Луга? Мы сами не понимаем, что творим. Да, это точно. Положился на Гулда, будто он Господь Бог. Все, с меня хватит. Заткнись! Я свое дело знаю! А ты только на жопе сидишь и ждешь, когда все само наладится. Думаешь, мне нравятся казни, а? Думаешь, я смогу это забыть? Отставить! А? Вы двое! Смирно, я сказал! Вы оба что, охренели? Здесь идет война, а вы тут ссоритесь, как долбаные школьники. Вы же бойцы Дельты. Все ясно? Вот так. Проехали? Да. Луга? Да, сэр. Ну и все. А теперь идем. Правда, я упал. Нет времени на ссоры, блин, а. Он любит ходить с пулеметами. У него снайперская винтовка. Ну, как сказать, да. У него-то снайперская, это не та снайперская винтовка у Луга. Секретная контрольная точка. Ага. Так. И где мы? Всего. Судя по карте Гулда. Седьмая миссия под названием «Битва завершена». Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.